Ремонтные работы начались на канале Кожагаир в Кадамжайском районе Баткенской области. Его длина 31 километр. Очистка канала не проводилась с момента его строительства более полувека назад. К ремонтным работам были привлечены местные жители. Теперь здесь рабочей силы достаточно. Раньше рабочих рук не хватало. Сейчас работа идет полным ходом. Мы ощущаем нехватку поливной воды. Но теперь появилась надежда, что с окончанием ремонтных работ эта проблема будет решена. Отдельные участки канала Кожагаир находятся в аварийном состоянии, из-за чего наблюдалась большая потеря воды. В этой связи и возникло много проблем, связанных с поливной водой. Она не доходила до орошаемых земель в полном объеме. Мисалы, алдыр айтканыздай эле көп жерлерде биз алабыз дей турганбызбы, дарыябызда мисалы үчүн дарыя Исфарям, Аксуу. Мы получаем поливную воду из рек Аксу, Исфайрам, Кожушкен. Общий объем большинства рек 280-300 кубометров. Но мы не можем использовать эту воду, потому что наши каналы маленькие, не ремонтировались и у нас большие потери воды. Но после завершения этих ремонтных работ можно будет регулярно подавать воду на орошаемые земли. Ежегодно на ремонтно-восстановительные работы ирригационной системы страны выделялось 160-250 миллионов сумм. А в прошлом году был предусмотрен 1 миллиард сумм. Например, Кадамжайскому району было выделено 5 миллионов, а в этом году на ремонт и механическую очистку большинства каналов было выделено более 10 миллионов сомов. Он миллион тот сколько, 46 километр. За 10 миллионов 400 тысяч сомов мы провели механическую очистку на 46 километрах каналов. Также мы забетонировали около 8 километров. Провели капитальный ремонт 3 водозаборов. Надеемся, благодаря таким усилиям наши аграрии будут своевременно обеспечены водой в поливной сезон. На балансе районного управления водного хозяйства находится 246 километров каналов и 610 километров внутрихозяйственных каналов. В районе более 20 тысяч гектаров поливных земель. Кундуз Кадатаева, Максатбек Акылбеков, Бахтыбек Нишанбайулу, Нургиз Абдрахманова, Алатау 24, Баткенская область.